Какой-то червяк ползает. Интересно, вот эту штуку, это он вывел? Я взял полотенце, хотел взять горячую миску, а тут на нем червяк. И такие вымятые, как бы, это что, он, что ли? Походу, да, он их ест. Такое ощущение, что он полотенце ест. То, что здесь видно, такая, не знаю, камера передает или нет. А здесь как будто бы такая, как паутинка маленькая. И он сидит в этой вот штуке. Он даже не вылазит из нее. То есть он прямо там и сидит. Я не знаю, что он делает. Но он прямо там и сидит, как бы. Ест он или не ест? Непонятно. Замер такой. Странный какой-то червяк. Такое ощущение, что он две эти штуки сам сделал. Он так еще сидит в ней. И даже вылазить не хочет. Это, ну, типа, это же не гусеница, правильно? Из нее ничего не должно вылупиться. Но если вылупится, будет прикольно. Я, наверное, ничего не буду делать, я посмотрю, что будет дальше, типа. Ну, это пройдет несколько недель, наверное, ну, если, типа. Если с него должно что-то вырасти. Какая-нибудь бабочка. Не знаю, или это просто червяк. Не, это просто, наверное. Червяк такой. Так, а ну-ка. Видно, тут не видно. Что он там делает? Не, не особо. Вроде он не сильно близко. На фокус уже теряется как-то. Так, надо уменьшить. Фокус. Это фокус. Это фокус. Так, что он там делает? Ну, такое ощущение. Ну, то есть, он ну, то есть, волокна целые, но примятые, как будто бы он своей слюной примял их, как бы сделал такую себе, как бы, лежанку, типа, и теперь там сидит. Я не знаю, ну, не знаю, видно там, видно, они аж блестят, вот эти вот штуки. Вот в этой вот ямке аж блестят волокна, он такой аж переливается. Это все типа такие маленькие тоненькие ниточки. Типа как у паука. Он так много наделал себе этих штук. Вот. Интересно, что дальше-то будет? Он потом вылезет или... Или что-то из этого будет? Наверное, с яблок червяк. Просто интересно, что он будет делать дальше? Ну, вот он сидит здесь и не уходит. А дальше-то что? Ему же что-то есть надо или что? Или он себе лежанку, или он тебе, или это типа не червяк, а гусеница, которая сейчас типа такой из этих вот штук, волокон этих, которые он расположил, сделать себе кокон, а потом раз такая бабочка будет. Блин, ну прикольно, надо будет посмотреть, что из этого дальше будет. Я пока оставлю это полотенце, пускай лежит. А дальше будет видно. Кстати, это, наверное, и была... Потому что у меня как-то лежало полотенце,
А я его просто взял. Ну, то есть, ну, как раз-таки, эти, наверное, штуки, наверное, они соприкасаются. Я его просто раз... Он, наверное, сделал себе коком. А я его порвал. Ну, то есть, полотенце просто висело на стуле, как-то так вот примято. Он залез сюда и, видимо, собрал себе такой в нем кокон. И оно было так вот закрыто. Оно, видать, так друг к другу прилаживалось. Так вот. И как раз у него там был кокон закрытый. А сейчас я раскрыл, и оно порвалось на две части. Ну, то есть он просто примотал так вот. А сейчас я раскрыл, оно порвалось. Может, как раз такое видно, эти волокна, и такой вот беленький этот вот кокон. Да, он там сидел. То есть это реально, походу, ну, типа, гусеница, которая собирается переродиться. Прикольно тогда. Правда, если так оставить его, что он делать будет? Будет как-то новый создавать? Или надо как-то так приложить, чтобы ему было за что зацепиться, но чтобы можно было туда заглядывать, как бы. Как идет процесс, то есть как-то так, ну, типа, вот как-то так повернуть, чтобы можно было туда так вот, чтобы он там делал себе кокон, а можно было туда заглядывать, что он там, типа, делает. Все, он решил покинуть, что ли, свое место обитания. Искать новое место, где можно сделать себе. Да уж. Ладненько. Будет видно, что он там дальше будет делать. Пока что все.